Привет, друзья! Снова делюсь с вами сегодня своими эмоциями. Просто безудержное какое-то счастье, когда уже очередной день подряд украинцы, просто наши спортсмены, дают этому повод, по сути. Я вчера записывала ролик о том, что наша сборная по футболу одержали победу. Сегодня я записываю о том, что наш вчера боксер Александр Усик 12 октября боксировал в Америке, в Чикаго, с Чазом Уизерспуном. То есть бой был по версии WBO в категории супертяж. Для Александра это был дебют, это его был первый бой в этой категории. Представьте, насколько для него был ответственным, да, этот бой, насколько для него была важна эта победа, зайти красиво, да, в эту категорию. И он умничка большой, молодец, он сделал это, он выиграл, он получил эту победу, стал официальным претендентом на пояс по версии WBO, на пояс чемпиона по версии WBO. Значит, если вы не знаете, то бой был прекращен после 7-го раунда. Технически был нокаут в связи с тем, что команда Чаза Уизерспуна решили не выпускать своего боксера уже на ринг, поскольку действительно после 7-го боя было понятно, что силы уже не равны. Если вы не видели, я вашему вниманию предлагаю посмотреть этот 7-й раунд и оценить, насколько Усик был хорош.
я вам благодарю за то, что вы остаетесь со мной. Если вы до сих пор не на моем канале, обязательно подписывайтесь. И увидимся снова. Не пропадайте. Пока-пока!